thank Продолжаем читать книгу ⁇ Бытия ⁇ и вспомним снова, что у патриарха Иакова 12 сыновей, от разных женщин, какие-то от жен, какие-то от служанок жен, и только двое из его сыновей родились от любимой жены от рахили и вот эти 12 сыновей они вновь перечисляются все вспоминаются все но дело не в их именах дело не в том чтобы запомнить как звали этих детей или как от какой матери они происходят и в каких отношениях они со относятся состоят вот, друг другу в родстве все равно эти братья отец у них один а для патриархальной семьи именно это принципиально важно и но радость мир лада, счастье любви в этой семье нет. мы уже много раз говорили на эту тему и я не устаю на эту тему говорить именно потому, что ведь что бы там ни было потом, семья играет очень важную роль в воспитании, в становлении человека. И мне важно показать, что при всем удивительном благочестии патриарха Якова, при его удивительной вере и непреодолимом и необыкновенном мужестве его всю жизнь преследует это последствие некогда совершенной им не по собственной воле, совершенной им ошибки. Мне часто приходится рассказывать в разных форматах библейские истории. И часто студенты, слушатели спрашивают как раз на эту тему, почему, ведь это же неправда, когда Иаков притворяется другим и берет благословение, которое дает ему отец, но берет его хитростью, как бы лукавством, как бы притворством. И это неспоримо, очевидно, что Бог благословил именно Иакова. И мы говорили в свое время, что Иакову приходится идти на такое действие, именно потому что его отец Исаак не обращает внимания на волю Божью а живет так, как велит ему э, привычка, чувственность, грех. И вот это вот неродение отца, как бы вынуждает сына поступить так, как он поступает. И действительно Бог благословляет именно его, потому что он его избрал. Но лукавство и ложь всегда остается лукавством и ложью, и благословляя намерение человека, Бог никогда не благословляет его ложь или его лукавство. Он может одобрить намерение человека, если они добры, а метод, с помощью которого человек осуществляет свои намерения, Бог не может одобрить, если он лукав и зол. И часто люди не понимают этого. Цель не оправдывает средства. И если средства не благочестивы, если средства исполнены либо лжи, либо злобы, то Бог никогда не благословит это средство, хотя цель и может быть хорошей. В этом очень важная мудрость о которой говорит священное писание, поэтому я постоянно подчеркиваю этот элемент смысла в священном писании, потому что часто человеку, и особенно современному человеку, может показаться, что цель оправдывает средства, что если я хочу, например, спасти человека или построить храм, любые средства хороши, потому что цель благая. Нет. Если средства будут не соответствовать цели и будут э, использована какая-то ложь, неправда, злоба, коварство, жестокость, то это будет преследовать нас всю жизнь, как преследовала вот эта м -м, беда, э, последствия, лукавства патриарха Иакова. Из-за того, что он м -м, сделал то, что сделал, последовало... Э, последовал обман, которым обманули подобным же образом и его. Ибо какую меру мерите, говорит Христос, такую вам отмерят. И ему дают в жены женщину, которую он не собирался брать в жены. Тогда у него появилось две жены. И это привело к тому, что любимая им женщина, все время любимая, на которой он и хотел жениться, она досадовала на такое странное обстоятельство, на то, что она должна делить жизнь своего мужа, ложу своего мужа с, со своей сестрой. Это привело к обиде, к гордости, к унижению Лии, которая ничем в этом не виновата. Это привело к тому, что Бог, видя несправедливость Рахили, заключил ее чрево и долго не было у нее детей. И в результате всей этой вот семейной истории трагедии получилось так, как получилось. И мы видим вот на момент странствования семьи Иакова в Палестине среди хананеев мы видим, что мира, радости, семейная жизнь Иакову не доставляет. Мы видели, как Симон и Левий не чтят его слов, не уважают его самого, подвергают опасности и его, и всю его семью. Не, не нужен этим его сыновьям Бог и заветы Бога. Не нужно исполнение традиции, они жестоки, Неукротим, жестокий, быть может, более, чем те народы, которые их окружают. А главное, Бог, ради которого Иаков пошел на такое вот страдание, на такую целожизненную скорбь, этот самый Бог Симону и Левию не нужен. Мы видим, нам говорится о том, что Рувим, старший из сыновей, осквернил ложа отца, переспав с одной из его жен, со служанкой его жены. И таким образом осквернил ложа, он не испугался ни отцовского гнева, ни гнева Божьего. Он бесстрашный человек, он не благоговеет перед святыней Отца. Он ни во что Отца не ставит. Для него отец просто ничто. Он не уважает, не благоговеет. Ну захотелось ему, он и переспал. Вот больше у него нет никаких желаний, как только удовлетворить собственную страсть, и он даже отца и не боится, если отца, которого он видит. Почитание которого э, есть одна из первейших заповедей Божьих, и уж, несомненно, известно, должна была быть этим древним людям, Он, не почитает Отца, таким образом, понятно, не почитает и Бога, ибо кто может из тех, кто не почитает Отца, почитать Бога? Ведь любой Отец это образ Отца Небесного. Любой Отец это представитель. Это э, лик Отца Небесного, его сила, его любовь в мире всем. Поэтому так важно и в такой прямой зависимости поставлены почитание Отца и почитание Бога. Нет среди этих э, сыновей ни одного человека, подобному тому, каким был сам патриарх Иаков. Нет ни одного кроткого, живущего. В шатрах нет ни одного который внимал бы богу который был бы послушен либо отцу либо матери человеку который размышлял бы о суде спасения мира который хотел бы участвовать в том ради чего в том деле ради которого иаков подверг себя таковому лишению и таковой скорби нет никого кто хотел бы пребывать в завете с Богом. Это дети не приносят отцу радости. Для него было решительно все поставлено в его жизни ради того, чтобы быть причастным к делу спасения человечества, быть в завете с Богом, осуществить его волю. Для его детей это не так. И э, причем для всех его сыновей я это подчеркиваю, это не так. И поэтому, конечно, для него как для отца это трагедия. И на самом деле вот размышляя, читая, вникая, вслушиваясь в эту э, жизнь этой семьи, где бы она ни была, я проникаюсь с каждым годом все большим и большим уважением к этому удивительному человеку. Он имел 12 сыновей. Он имел 12 непреодолимых скорбей. Одной из них хватит достаточно, чтобы сокрушить жизнь любого из отцов. Он терпел их 12. И никому из них он не смел сказать ни слова он не укорял никого из них. Он всю эту боль принимал внутрь себя. Это поистине христианское делание. Он, как тот отец из притчи о блудном сыне, принимал всю их несообразность только в сердце, считая, что он виноват во всем. Это его роковая ошибка сделала его семью несчастной. Это его действие, которым он э, получил благословение от Бога, привело к тому, что его семи, собственная семейная история стала такой тяжелой и запутанной. Он пилил, укорял, э, судил, э, наказывал только сам себе. И э, это надо понимать. Это не трусость, это понимание того, что Дети выбирают свою судьбу, но от моей любви их это отлучить не может. Они уходят на страну далече и делают безобразные вещи, но они мои дети. И я обречен их любить. Я обречен нести их немощь и эту отцовскую боль. Эту а, отцовскую боль совершенно особого рода, потому что это боль человека, который сам-то отдал все ради того, чтобы быть с Богом, который сам-то не думал вообще ни о чем, кроме того, чтобы быть с Богом. Для него-то Бог важнее всего, и именно потому, что для него Бог важнее всего, он не может не укорить, не отречься от своих детей. Это его повседневная боль и скорбь. Ибо жить отцу, отцу жить, который любит Бога больше всего на свете. Жить с детьми, в которых он видит эту нелюбовь к Богу. Он видит, что им-то свет его очей не нужен. Он видит, что этим детям ничего не нужно из того, что для него Иакова составляет цели содержания жизни, и Он живет, живет и несет этот крест, и этот крест пригибает его к земле все ниже и ниже, но Он не может ни возроптать, ни отречься, донося свой крест до конца. Вот 37, 37 глава говорит нам следующее. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи, слухи до отца своего. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его и не могли говорить с ним дружественно. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Отец любит больше. Иосифа. Мы видели еще при встрече с Исавом, что Иосиф избранный, еще до рождения Вениамина, он на особом счету у Иосифа. Иосиф бережет, и Яков бережет Иосифа как же зеницу ока. Хотя это и не совсем понятно. Почему, например, не Вениамина, родами которого умерла его возлюбленная Рахиль? Тут сказано, что он был сыном старости. Это и так, и не так. Конечно, это был долгожданный ребенок. Он ждал его дольше всех, и именно его он и ждал, потому что это был первенец его от возлюбленной им женщины, от Рахили. Ничего с этим не сделаешь. И в этом смысле он действительно получил его поздно хотя принципиально не намного позже, чем, скажем, других сыновей. Конечно, между первенцем Рувима, Рувимом и Иосифом разница приблизительно в 13 лет. Но это большая разница, и в этот 13 лет родилось 12 детей, но это не принципиальная разница. В принципе, скажем, какой-нибудь Исахар не намного старше Иосифа, не сильно старше Иосифа. И поэтому говорить о том, что вот прям уж совсем там в старости родил его и Иаков, нет нужды. Это он именно сын старости в том смысле, что он долгожданный, и после него, по сути дела, Иаков больше ничего не хотел. И это объяснение большой любви, которую он имеет к Иосифу. Именно долгожданность пытается здесь стать ключевым объяснением того, почему Иаков любит Иосифа. Так получилось, так стожились те самые обстоятельства, о которых мы уже говорили. И теперь любимой Рахили нет. Вениамин Крошечка, сильно ему не порадуешься. Он на попечении у женщин, а фактически все, что осталось от любимой жены, это Иосиф, и он особенно о нем заботится, и так-то всегда заботился особенно, а теперь заботится еще больше, и он делает ему разноцветную одежду, пытаясь выделить его из числа других братьев, пытаясь показать свою особую благорасположенность к нему, особую ненаглядность на Иосифа. Понять это, конечно, можно, что вот так получилось, любимая женщина умерла, остался сын, которого Иаков очень сильно любит. Понять можно, а вот принять это категорически нельзя. Потому что на самом деле братья остальные понимают, и здесь мы про это читали, что Иосиф особенный, что их отец, отец Любит больше совсем не их, а другого сына. А их. А их не так любит. Они не так ему дороги. Вы представляете жить э, мальчиком в семье и понимать, что они не любимы отцом. Именно отцом. Что на самом деле отец любит другого, не их. Что он... И их отдаст, если их захотят убить. А за Иосифа а, отдаст жизнь свою, чтобы только спасся Иосиф. Только за Иосифа Иаков готов умереть, а других ему не жалко. Это очень болезненная вещь. Это м, действительно слепота, совершенно нетипичная для э, отцов э, слепота любви. И им обидно, они что, не сыновья его? Пусть не от той женщины, но они что, не его дети? Не его сыны? Не плод его природы, его естества, порождения, его начала? Они не его потомки? Они что, приемыш? Это обидно. Это невозможно принять, тем более, раз сам Иаков уже был жертвой, жертвой именно неразумной любви отца. Он-то сам потому и попал в эту ситуацию, что отец, его собственный отец Исаак любил Исава несправедливо, незаконно, в ущерб Иакову, любил только потому, что он был сильный и умел добывать и готовить дичь. Это же обидно, когда ты не дорог отцу, а дорог тот сын, который просто сильнее или умеет вкусно готовить. Так же нельзя жить с семьей когда ты не можешь ровно всем относиться, когда ты предпочитаешь, причем не за какие-то, скажем, реальные качества, за то, что умный или э, честный или э, верующий, а просто потому, что тебе нравится пища, которую он готовит, или потому, что этот человек э, порожден женщиной, которую ты любил. Вот эта несправедливость, которую сам вкусил э, Иаков, она должна была излечить его от несправедливого отношения к своим детям, он не должен был выделять Иосифа, потому что это именно и возбудило ту ненависть, которая в конце концов привела к его собственной личной трагедии, когда у него забрали сына и отправили его в Египет. Коллектив, тем более такой тесный, как семья, не терпит любимчиков. Тем более любимчиков, которых любят без каких-то оснований. Просто потому, что вот так расположилось сердце человека. И поэтому Иосиф оказался обреченным на нелюбовь своих братьев. И Иаков оказался обреченным на потерю своего любимого сына. Потому что его нужно было забрать. И Бог забирает. Иосифа и отправляют его в Египет. Потому что если бы это не случилось, произошла бы трагедия. Потому, трагедия разного, разного совершенно э, уровня. Во-первых, брать, ненависть братьев все возрастала бы и возрастала бы против Иосифа. А любовь Якова становилась бы все более слепой и слепой. А ему надо было сделать выбор благословить из своих детей он мог только одного. И должен был благословить не того, кто нравится ему. И не потому, что этот ребенок рожден Рахилью. Он должен был благословить того, кого выберет Бог. А он становился все менее и менее зрячим из своей слепой любви к Иосифу. Их надо было разлучить. Поэтому и происходит та драма, которая Вводит Иосифа в Египет. И дальше мы читаем, дальше мы читаем в 37 главе, как Иосиф попадает в Египет. Как бы там ни было, как бы Иаков не относился к и Иосифу, как бы Иосиф не относился к братьям, как бы братья не относились к Иосифу, оправдать то, что произошло дальше, разумеется, нельзя никаким образом. Они согрешили. Хотя странные люди эти братья, они э, будто бы не только Бога не знают, но и не слышали никогда о нем, и слышать о нем не хотят. Странные люди. Давай убьем, говорят они, когда видят издалека его цветную одежду. Он идет, чтобы попроведовать их. Идет тоже послушав своего отца. Он идет, они решают, что его надо убить. Свидетелей нет, никто не узнает и он не будет больше стоять между нами и отцом. Как бы не так, конечно. Как будто можно убить Иосифа в сердце Иакова. Можно лишить Иосифа жизни, но вытравить его из сердца Иакова – дело совсем не такое простое. Им еще надлежит это узнать. Рувим, старший из братьев, вмешивается, говорит, нет, нельзя так делать. Он пытается его спасти, он пытается каким-то образом остановить убийство. И действительно, первый порыв ему удается погасить. Сразу братья не убили Иосифа. А раз сразу не убили, теперь сделать это будет значительно труднее. Это был порыв порыв злобы и ненависти уничтожить человека, который нам мешает жить в семье. И этот порыв был погашен, они не убили Иосифа. Но из-за чего они не убили? Из-за совести, из-за страха? Непонятно. Когда проходит мимо караван купцов, они продают его в рабство. Для них социально это одно и то же. Даже лучше на их руках нет крови. Формально они не убийцы. Они уничтожили его. Они вытравили его из своей жизни, но при этом крови не пролили. Рувим, когда пришел и увидел, что Иосифа нет, он испугался, именно испугался, его не совесть обличила, испугался, что теперь будет. Поэтому, когда ему предложили вариант, давай изваляем одежду Иосифа в крови, и никто ни о чем не догадается, он согласился. Но дальше происходит вещь, которую э которая стала притчей во языцах, которая является до сих пор таким критерием проверки на то, что происходит в той или иной семье. Вот 11 сыновей, 10 сыновей Иакова приходят в дом, приносят одежду окровавленную и говорят страшные слова. Они говорят, посмотри, не сына ли твоего? Это одежда. Они убили его. Они убили его в своем сердце. Они не называют его братом. Они называют его сыном. Конечно, Иаков сделал для этого немало. И Иосиф, быть может, тоже в этом постарался. Но это не оправдывает сейчас их отношения. Они отреклись от него. Они не считают его братом. В своем сердце каждый из них отрезал его. Он и им не брат. Им еще придется об этом пожалеть, но сейчас они это сделали. И это, конечно, самое горькое, что могли сделать эти братья в отношении самих себя, в отношении Иосифа и в отношении Отца. Они бросили ему упрек в лицо не только окровавленную одежду, они засвидетельствовали свое отречение перед лицом своего отца. Знаешь, отец, а мы ведь не считаем его нашим братом. Это твой сын, но братом он нам никогда не был и никогда не будет. Вот что сказали они отцу. И незамненно отец еще более был опечален и этим фактом что фактически в горе-то он в своем одинок, ибо никто не будет разделять его печаль. Рахили нет, женщин они равнодушны, Иосиф им никто, братья, от него отреклись.